периодически. Поздравляя Каплуновского, глава администрации отметил, Краснодарский край – регион стратегический. В этом году через Краснодарскую таможню прошло более 11 миллионов тонн груза. И от того, насколько транспортные ворота будут защищены, зависит экономическая безопасность многих регионов страны. Таможня – это есть ворота грузов, которые въезжают в Краснодарский край. И очень важно, чтобы эти ворота были открыты для добросовестных сегодня перевозчиков. И закрыты для недобросовестных, то есть для контрафактных. Очень важно, чтобы грузы быстро растамаживались, как говорится, потому что за каждым грузополучателем, скорее всего, стоит бизнес, работающий бизнес. Для нас очень важно, чтобы таможня работала оперативно, качественно, быстро. Краснодарская таможня считается одной из крупнейших на юге России. Ведомство занимает второе место по региону. На эту должность Игорь Каплуновский был переведен приказом Федеральной таможенной службы России. До этого он возглавлял Таганрогскую таможню. Хочу заверить, что сделаю все возможное, чтобы таможня в крае представляла только максимально положительно. Сделаю все для этого. Задачи, которые вы озвучили, они всегда выполняются. Более того, они прописаны и в стратегии развития таможенной службы, и в соответствующей дорожной карте, утвержденной постановлением правительства. А это именно содействие развитию внешнеэкономической деятельности. После общения с губернатором начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко по поручению высшего руководства вручил Вениамину Кондратьеву медаль Федеральной таможенной службы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.